Привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале о русском по-русски. Сегодня в этом видео я расскажу вам, как использовать существительные во множественном числе в родительном падеже, в падеже 2. Знаю, что это не очень легкая тема русской грамматики. Но я уверена, что после этого видео вы поймете, как использовать существительные в этом падеже. Интересно? Продолжайте смотреть видео. Итак, давайте начнем. Мы поговорим о том сегодня, как изменять существительные мужского, женского и среднего рода во множественном числе и использовать их в родительном падеже. Сначала я напомню вам, что у родительного падежа есть два вопроса. Кого, чего? Кого для одушевленных, для живых, чего для неодушевленных? Неживых. И чтобы нам удобнее было сегодня изменять существительные, мы будем использовать все существительные в предложении «здесь нет». Вы помните, что после слова «нет» мы всегда используем родительный падеж. И мы начнем с вами с мужского рода. Мужской род. Обратите внимание, что здесь я писала существительные в единственном числе, во множественном числе и в родительном падеже во множественном числе. Почему? Потому что мне кажется, что так легче запомнить формы родительного падежа. Итак, если существительное мужского рода в единственном числе заканчивается на согласную, то мы используем во множественном числе в родительном падеже окончание -ов. Например, стол, столы, столов. Здесь нет столов. Отец, отцы, отцов. Смотрите, здесь есть буква «е», но во множественном числе она выпадает, ее нет. И в родительном падеже множественного числа ее тоже не будет. Враг, враги, врагов. Посмотрите, враги. Видите, здесь множественное число образуется с помощью окончания «и». Поэтому я говорю, что лучше запоминать единственное число, множественное, множественное число, родительный падеж. Итак, это случай, когда единственное число, мужской род, заканчивается на согласную. Если единственное число, мужской род, заканчивается на «и», например, санаторий, множественное число, санатории. И родительный падеж санаториев. Мы «и» меняем на «ев». Если заканчивается на «ее». Музей, музеи, музеев. Посмотрите, мы «и» меняем на «ев». Если заканчивается на согласную «ц», вот здесь мы можем написать «кроме ц», потому что «ц» будет здесь. Месяц, месяцы, месяцев. Посмотрите, мы используем окончание «ев». Но! Певец, певцы, певцов. Здесь мы используем окончание «ов». Почему? Это не трудно. Если мужской род заканчивается на «ц», и вы хотите образовать форму множественного числа родительного падежа
Смотрите на ударение. Месяцев. Видите, здесь нет ударения. Певцов. Ага, ударение. Это правило. После «ц» мы используем «ев», если нет ударения. После «ц» мы используем «ов», если здесь ударение. Запоминайте. Так, следующее. Если существительное мужского рода заканчивается на мягкий знак. И мы посмотрим сначала сюда. Словарь, словари. Здесь нет словарей. Видите, мы используем окончание «ее». И также мы будем использовать окончание «ее», если существительное мужского рода заканчивается на «ж», «ш», «ч», «щ». Поэтому здесь мы еще можем написать «ж», «ш», «ч», «щ». Кроме этих букв. Давайте посмотрим, как изменять эти слова. Нож, ножи, ножей. Видите, используем окончание «ее». Малыш, малыши, малышей. Тоже «ей». Врач, врачи, врачей. Тоже «ей». Плащ, плащи, плащей. Отлично. Итак, запоминаем. Для существительных мужского рода, которые заканчиваются на согласную, но не на ц, ж, ш, ч, щ, мы используем окончание ов. Для тех существительных мужского рода, которые заканчиваются на ц, ж, ш, ч, щ, мы используем окончание ев или ов для ц и ее для этих согласных. Не путайте, хорошо? И вы помните, что в русском языке всегда есть какие-то исключения. У нас есть слова мужского рода, которые очень похожи на слова женского рода. И такие слова мы изменяем по падежам, как существительные женского рода. Но по смыслу это слова мужского рода. Например, дедушка, дедушки, дедушек. Сейчас просто запомните эту форму. Когда я буду говорить о женском роде, вы поймете, почему изменяем так. Папа, папы, пап. Дядя, дяди, дядей. Мужчина, мужчины, мужчин. Эти формы запоминаем для мужского рода. Но также есть еще несколько исключений. И я сейчас покажу вам здесь или здесь слова, которые мы называем исключениями. Эти формы я советую вам запомнить. Остановите сейчас видео и прочитайте эти слова самостоятельно. Прочитали? Отлично! Я дам вам сейчас возможность сделать скриншот этой доски. Я знаю, что многие любят так делать, чтобы потом повторить теорию. И я предлагаю сейчас сразу немного потренироваться использовать существительное мужского рода во множественном числе родительном падеже. Вот здесь сейчас я напишу слова. Я напишу их в единственном числе. Вам нужно сделать небольшое задание. Подумать, какой будет форма множественного числа именительного падежа. А потом подумать, какой будет форма родительного падежа множественного числа. Вы можете использовать эту теорию. Остановите видео, сделайте это маленькое задание, а потом я покажу правильные ответы. Делайте.
Сделали? Отлично! Давайте проверим ваши ответы. Остановите видео и проверьте. Все правильно? Ошибок нет? Отлично! Тогда мы можем с вами продолжать, и мы будем говорить о том, как изменять существительные женского рода. Для женского рода в родительном падеже такие же вопросы, как для мужского. Кого, чего? И мы с вами также будем смотреть на единственное число, множественное число и на форму множественного числа родительного падежа. Есть у нас существительные женского рода, которые заканчиваются на согласную плюс а. Например, мама. Множественное число мамы. Здесь нет мама. Нет буквы «ы» и нет другого окончания. Здесь нет мама. Подруга, подруги. Здесь нет подруг. Не используем другие буквы. Но в этом правиле есть маленький аспект, который нужно запомнить. Обычно многим иностранцам трудно это понять, но я попробую сейчас вам хорошо это объяснить. Давайте почитаем один пример. Сестра, сестры, нет, сестер. Смотрите, мы убираем окончание «ы», но между «тр» мы используем букву «ё». Да, это обычная ситуация. Если в женском роде во множественном числе есть две согласные вместе, то в форме множественного числа родительного падежа между этими согласными мы будем писать гласную. Давайте прочитаем еще примеры. Журналистка, журналистки, нет, журналисток. Смотрите, мы убираем «и», и между «т», «к» мы пишем «о». Так, ошибка, ошибки, нет, ошибок. Посмотрите, то же самое, «бк». Две согласные вместе. Ложка, ложки, нет ложек. Посмотрите, убираем «и», между согласными пишем «е». Дочка, дочки, нет дочек. Между согласными пишем гласную «е». И вы сейчас спросите меня, Ира, «ё», «о», «е». Как понять, какую гласную нужно писать? И это не трудно. Вам нужно смотреть на первую согласную и думать, она твердая или мягкая. Мы потом увидим такое правило и для среднего рода тоже. Я сейчас вот здесь напишу, после каких согласных мы будем использовать букву «е», не букву «о». После «ж», «ш», «ч», «щ», «ц» и вместо мягкого знака. И также я напишу ниже несколько примеров. Посмотрите. Журналистка «т» плюс «о». Ошибка «б» плюс «о». Ложка «ж» плюс «е». Дочка «ч» плюс «е». Но у нас еще есть буква «ё». И букву «ё» мы пишем в том случае, когда на эту гласную будет падать ударение. Посмотрите. Сестер, журналисток, ошибок, ложек, дочек. Видите, ударение не падает.
Но если будет падать, мы будем писать букву Ё. Это все правило. Надеюсь, понятно. Следующее. Существительное женского рода может заканчиваться на ИЯ. Аудитория, аудитории, нет аудиторий. Пожалуйста, очень четко произносите это окончание. Это аудитории. Много именительный падеж. Нет аудиторий. Аудиторий. И. Слышите? Это родительный падеж. Также могут заканчиваться на мягкий знак. Например, тетрадь, тетради, тетрадей. Вещь, вещи, вещей. Отлично. Также могут заканчиваться на мягкий знак «я». Семья, семьи, семей. Посмотрите, здесь мягкий знак тоже является частью слова, которую мы меняем. Очень внимательно. Семьи. И есть некоторые слова, которые нужно запомнить. Два слова. Дочь и мать. Вы помните, что во множественном числе эти слова имеют необычные формы. Дочери, матери. И в родительном падеже множественного числа будет окончание «ей». Нет дочерей, матерей. Отлично. Но, конечно, это еще не все слова. Я вот здесь напишу список тех слов, которые являются исключениями и которые вам нужно запомнить. Остановите сейчас видео и прочитайте эти формы самостоятельно. Прочитали? Отлично. И помните, мы с вами в мужском роде говорили о том, что есть несколько слов, которые похожи на женский род. Это были слова дедушка, папа, дядя, мужчина. Теперь вы понимаете, почему дедушка, нет дедушек. Потому что здесь две согласные. И после «ш» мы используем гласную «е». И вы также понимаете, почему здесь будет пап, здесь мужчин и здесь дядей. Просто запомните, что эти слова изменяем как женский род. Так, ну что, мы уже потренировались использовать в родительном падеже мужской род. А теперь нужно потренироваться использовать женский род. Поэтому сейчас вот здесь я напишу формы единственного числа именительного падежа. Вам нужно образовать формы множественного числа, сначала именительного падежа, а потом формы множественного числа родительного падежа. Останавливайте видео и делайте это задание. Сделали? Отлично, проверяйте ваши ответы. Проверили? Все правильно? Отлично. И мы с вами еще не поговорили о среднем роде. Поэтому сейчас я изменю информацию на доске, и мы продолжим. Итак, смотрим на средний род. Оно. Вопросы как для мужского и женского рода. Кого, чего. Слова среднего рода могут заканчиваться на «о». Например, слово одно, слова много, здесь нет слов. Или дело, дела, здесь нет дел. Или яблоко, яблоки, здесь нет яблок. Видите, мы убираем окончание от формы множественного числа
именительного падежа. Но для среднего рода тоже работает правило гласное между двумя согласными. Например, окно, окна, нет, окон. Видите, кн, две согласные. Между ними мы пишем гласную. Стекло, стекла, нет, стекол. Смотрите, кл, между согласными пишем гласную. Письмо, письма, нет, писем. Смотрите, мягкий знак мы меняем на гласную «е». Мягкий знак между двумя согласными. Вот здесь я написала правило, напоминаю, как в женском роде. Также у нас есть слова среднего рода, которые заканчиваются на «е». Например, море, моря, здесь нет морей. И есть слова среднего рода, которые заканчиваются на «ие». Здание, здания, нет зданий. Посмотрите, используем окончание «ие». И я также напишу вот здесь несколько слов, формы которых необычные, и вам нужно их запомнить. Остановите видео и прочитайте эти формы самостоятельно. Прочитали? Хорошо. А теперь нам нужно немного потренироваться. Вот здесь я напишу существительные среднего рода в единственном числе именительном падеже. Вам нужно образовать форму множественного числа именительного падежа и потом форму множественного числа родительного падежа. Остановите видео и сделайте это задание. Сделали? Надеюсь, у вас нет ошибок и все правильно. Но это еще не все, что я хотела рассказать вам. В русском языке есть слова, которые мы используем только во множественном числе. И формы множественного числа родительного падежа для таких слов тоже надо запоминать. Я напишу здесь для вас некоторые из этих форм. Их, конечно, очень много, но я напишу самые популярные. Надеюсь, что теперь вы сможете легко использовать формы множественного числа родительного падежа. И я надеюсь, что это видео сделало для вас эту тему более понятной. Я понимаю, что той практики, которую мы с вами сейчас сделали, недостаточно. Поэтому внизу, в описании видео, вы найдете ссылки на 4 упражнения. Это онлайн-упражнения на моем сайте «О русском по-русски». В первом упражнении вам нужно будет использовать существительное в форме множественного числа родительного падежа в мужском роде. Во втором упражнении в женском роде, в третьем упражнении в среднем роде и четвертое упражнение будет самое трудное. Там будут все роды существительных и мужской, и женский, и средний. Поэтому открывайте ссылку внизу в описании видео и делайте любое упражнение. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Я желаю вам удачи в изучении русского языка. И мы увидимся с вами в следующем видео. Как всегда, когда? Правильно, в понедельник в 9 часов утра. Пока!